Доброе утро. У нас 8 утра. У меня по традиции кофе. И я взяла десерт вчера в одно милое местечко, о котором вам ранее рассказывала, о Камии. Европейский десерт профитроли. А дальше идем тренироваться. Вот так. Не могу себя отказать в этом утреннем удовольствии. Так вкусно. Поддерживаю пресс. Я щитчик, у меня был, не знаю, со скольки лет, из 10, наверное, точно, благодаря балету. Мне даже не приходилось ничего делать для этого. Просто он благодаря упражнению, которое мы делали, классика, он у меня как-то был и до сих пор есть, и нужно его, конечно, поддерживать. Делаю все возможное. Вот только что закончился класс, там был функциональная тренировка. Мужчин здесь гораздо больше, чем женщин, девушек. Пока никого нет здесь, хочу показать раздевалку в тренажерном зале. Здесь такие шкафчики. Ну, это, собственно говоря, туалет. И мне всегда интересно было, почему в Америке во всех общественных туалетах есть такие вот здесь, такое пространство всегда между дверями. Я не знаю, почему. Видимо, на случай, если, может, плохо кому-то станет. Если кто-то знает, напишите. Вот именно в Америке всегда есть вот это пространство везде. Для меня это вопрос. Мы в полотенце. Здесь есть сауна. Сауну я никогда здесь не пользовалась. Но за нее здесь платить не надо дополнительно. Она просто есть. Я просто не любитель. Ну что, мое самое любимое время, это время на беговой дорожке, 58 номер. Идем на пляж. Сейчас я покажу инспектору при входе вот этот тег. Hi. Пляж платный. Если, например, вы хотите здесь побыть только один день, одноразовый, в общем, так, будет стоить, по-моему, $6. Может быть, уже больше. Раньше было 6, я помню. Мы покупаем сразу на все летом. Выходит это где-то около $30. Смотрите, кажется, надвигается гроза. Здесь еще солнышко. Там что-то уже такое происходит. Если честно, я не против, потому что я очень люблю грозы. Вот я сама. Привет! Мы хотим у водички сесть. Мне сегодня, кстати, должен прийти заказ. Вот этот вот стабилизатор для телефона. И уже камера не будет так дергаться. Ай! Смотрите, какая красота!
Так вот, хочу рассказать про эти очки. Это очки фирмы Prada. Они у меня появились совершенно случайным образом. Однажды, 7 лет назад, мы с моей подругой Дашей, пребывая здесь летом в Кэп-Мэе, решили съездить в магазин Walmart. Потому что я хотела купить какие-нибудь очки чисто вот на сезон, на лето. Именно хотела такого белого цвета. Солнцезащитные очки. Мы туда приезжаем. Я рассматривала разные очки, примеряла. И вот я нашла эти очки, примеряю их. Думаю, ну, мне очень нравятся они. И там на ценнике было написано $10 или $5 даже. Думаю, ну, возьму, не жалко. Но на них не было этикетки. Я иду пробивать, мне кассир говорит, ну, мы такие очки фирменные не продаем. Я такая, о, понятно. В общем, я их в итоге оставила себе. Я не знаю, чьи это были, кто-то случайно их оставил. Они были прямо на витрине. Вот такая история. Мои счастливые очки. Ну все, мы вернулись с пляжа. Пока дождь не начался, мы думаем еще посидеть вот у бассейна. Такой простой такой стабилизатор. Очень даже хорошо, удобно будет снимать. Класс, я рада. Еду я на маникюр, я решилась. Хочу сделать себе гель-лак, чтобы ногти были прочные. Как-то я не решалась, потому что мне не очень нравится ногтевой сервис в Америке. Но мне соседка посоветовала девочку хорошую, мастера, которая находит уже много лет. Вот я тоже к ней сейчас направляюсь. И посмотрим, что получится. Хочу сделать какой-нибудь нюдовый оттенок. Вот так. Посмотрим. Так, я прибыла в салон. Думаю, какой выбрать цвет. Вот так выглядит здесь все. Я первый раз здесь. Посмотрим. В общем, я выбираю вот такой оттеночек. Нюдовый. Какая люстра красивая. Там работы идут какие-то. По прайсу маникюр 20, педикюр 32. Если и то, и другое 45, а если уже гель-лак, то за 35, только маникюр один. Ну и так далее по списку. Все, что с гелем, уже дороже. Французский маникюр плюс $10 ко всему. Тут еще можно сделать, как это называется, шугаринг и все такое. Сделать, настроить брови и так далее. Еще здесь можно массаж сделать, не вижу только где. Но я видела массажный зал здесь. Цену не вижу на это. Все, я приготовилась. Вот так вот. Не только педикюр, но и массаж. Ой, боже. Не только маникюр, но и массаж. Ну, смотрим цены на бензин. Бензин за 3,25. Если кредиткой брать, да, оплачивать кредиткой, то 3,31, чуть подороже. И вот еще премиум есть, класс. 3,57, но... Разница-то между премиум и обычным нет здесь разницы, как говорят местные люди. Не делали мне никакого выравнивания, но тем не менее получилось так нормально, да? Вот смотрите, делала девушка-мастер все очень-очень быстро, и поэтому я хотела снять в процессе, что она делает, но я просто не успевала, потому что она одну руку сделает быстро, вторую. И вот все очень-очень быстро, я успела только массаж снять, поэтому. Везде свои плюсы и минусы, но
конечно, все равно не тот уровень. Вот так говорят, что в Америке вся эта сфера немножко не достает до нашей. Ну, что есть, то есть. Что есть, тем и пользуемся. Все, уже село солнце. Небо вечернее. А мы едем домой сейчас. Нам из Нью-Йорка приехал наш друг. Он летчик. Не военный летчик, гражданский. И он, например, на днях был в Мексике, присылал на фото из Мексики, потом он был на Гавайях, и вот он прилетел, по-моему, сегодня утром с Гавайев, и он уже к нам примчал, поэтому мы едем его встречать, он с нами останется на пару дней. Въезжаем в Кэп Мэй, вот Lobster House, про который я говорила в прошлом видео. Приехал наш друг. Of course I do. Так. Ага. Все, мы поехали в ресторан. У нас 9 вечера. А мы едем на ужин, на поздний сегодня. Всякие разные закуски, сыры, прошутто, салаты. Основные блюда здесь всякие виды пасты. Цены, да, около $30. Здесь мясо, курица, рыба, тоже около 30. Ну, все очень-очень вкусные, большие порции. Даже есть пицца здесь, вот итальянское место, итальянский ресторан. Пицца зависит от, цена зависит от размера. Наш друг Джон рассказывает, что сейчас в авиакомпании, в которой он работает, не пускают к работе людей, работников, которые не вакцинированы, у которых нет доказательств того, что они получили вакцину от короны. И новых работников, соответственно, тоже нанимают только тех, у кого кто привит. Так, нам принесли закуску, которую мы уже наполовину съели. Называется она, по-моему, мезе. Здесь какая-то такая смесь с хумуса, еще с чем-то, с маслом, наверное, оливковым, наверное, еще мы с чесноком. Я не знаю, что именно, но мы обожаем. Оливки разные, сыр такой. Еще был сыр жареный. Здесь у нас фасоль. В общем, все это вместе получается очень вкусно. Все, нам уже приносят еду, наши заказы. Это у нас паста с базиликом, с курицей, с моцареллой. Очень вкусная, большая порция. О, боже. Вот это красота. Yeah. Well, we want to take that. We have... I can leave it yes. there. I'll leave it there. Yep. Было добавить, что раньше этот ресторан, ну, очень много лет назад, лет 100, может, назад был церковью, поэтому здесь такие высокие потолки. Здесь раньше был хор, ну, вот там сверху. Вот так. Что-то случилось за все блюда.
Вот так выглядит ресторан снаружи. Посмотрите, остались даже окна еще церковные. Люди еще здесь. Уже так поздно, еще люди. Хотела сказать, обедают, ужинают. Поздний ужин. Все, мы дома. Может, сейчас еще прогуляемся. И все. Спокойной ночи. Пока-пока.